В Туве вручили награды победителям конкурса журналистского мастерства. В этом году агальматолитовое перо прошло в 16-й раз. Расширилась и география конкурса. Свои работы отправляли представители СМИ из других регионов. В честь столетия Союза журналистов России конкурс проводился в одной номинации – «Журналистика. Наша судьба». Абсолютным победителем агальматолитового пера 2018 года стал член Союза журналистов России Хенчик Арамангуш за вышедший в свет в газете «Центр Азии» мемуарный очерк, рожденный осенью. Второе место между собой поделили Тамара Кабимульдинова за очерк «Журналистика. Моя жизнь. Печаль и радость» и Людмила Костюкова за мемуарный очерк «Дорога к людям». Командировочная сумка с логотипом Союза журналистов России. Это прибыло непосредственно из Москвы. Со специальной все для работы. Блокнот, ручка, специальный непромокаемый плащ. В любую погоду трое суток шагать, трое суток не спать. Ну и еще небольшая, вот для следующих грамот, подставка Союза журналистов России. Чикара Сагдевич, мы вас любим, ценим и равняемся на вас. Спецдиплом за книгу «Говорит и показывает Кызыл. История тувинского радио и телевидения» была награждена Валерия Кан. И Владимир Снегирев за книгу о профессии и профессионалах «Как карта ляжет. От полюса холода до горячих точек». Я как человек, который выбрал такую непростую тему, да, а именно историю журналистики, конечно же, буду дальше эту тему продолжать. Эта книга первая и, ну, по радиотелевидению, вот именно в плане в таком ключе, да, но она еще имеет, так скажем, должна иметь много продолжений, да, в виде различных частей. Поэтому мы эту, конечно, работу будем продолжать совместно с ветеранами, которые очень большую помощь оказали. Очерки победителей включены в 6-й том книги «Люди Центра Азии», которые Союз журналистов Тувы совместно с газетой «Центр Азии» готовит к выходу в свет.